прям склад пустой. О, такого никогда не было. Это что, паника у людей? Из-за этого странного коронавируса? Вау, это все было заставлено туалетной бумагой, полотенцами. Вот это да. Что, продуктов что ли тоже нет? Сейчас посмотрим. Пустой, вон там стоит завешенный, вот там стоит весь завешенный. Вау, 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 все-таки паника есть. Боже, бедные люди. Вон бананов наберите, да, арбузов наберите и хорошо пережить. Вау, обалдеть. Это просто обалдеть. Так, мне нужна картошка. Мне нужна. Такую я не люблю, такую я не люблю. Пошли и возьмем вот такую. Excuse me. Could you please let me? Thank you. Джамбо. Вот она моя картошечка. Вот она моя картошечка. Тьма, пока есть картошка. Господи, пока мука дома есть. Господи, кто погибнет, кто умрет. Что за люди такие? Что за паника? Тем более у всех американцев дом переполнен всякими. Вот тут вот возьму. Опачки. Подошла, смотрю, ни одной тележки нет. Я говорю, где тележки? Пришлось мне идти на улицу и брать тележку с улицы. Да. Да-да-да. Ну, рыба есть, курица есть, все есть. Нормально. Картошечка такая и такая. Ой, какой виноград красивый прям. Red Dragon. Красный дракон. 4,55. Взять. Красненький дракончик. Прям такой красивый, прекрасивый. Возьму. Так. И там все пусто, и тут все пусто. Офигеть можно. Вот это да. Вот это нифига себе. А где моя моцареллочка? Нету? Короче, тут тоже все пусто. И тут пусто. Дожились, бляха-муха. Дожились. Пустые магазины. Вау. Так, что мне надо взять? Ребрышки мне надо взять. $1.74. Какой шикарный пух. Надо, наверное, его взять. И с него делать эти котлетки. Да. $13. Какая красотень. Ой. Какая красотень. Я сейчас просто хочу прийти домой поджарить кусочек мяса себе. Отобью и поджарю. Так. Ну что? Сосиски, сардельки. Это все с ветчину надо взять. Amount of ветчина. Smoked ham. Так, что еще? Сырок у нас есть. Сырок у нас еще есть. По-моему, сыра нет. По-моему, сыра нет. А, моцарелла, вот она, моцарелла чиз. Иди ко мне, моцареллочка моя. Я вообще-то не люблю свис, но его сейчас нету. Ладно.